Сыну 13 лет, от него часто воняет, хотя душ делает каждый день, не присматривая за ним, чтобы одежда всегда была чистая. Руки мокрые, что не трогает, оставляет грязные следы. Со временем, с возрастом, это проблема. Всегда обильно потеет, почти год пил Сирантал Дитарекс, с интервалом курс лечения вы назначили, когда ездил на морской курс. Может, эзотерическая причина? Нет, не может. Пусть купайте сына в соде. Возьмите 1 столовую ложку соды или 2 столовые ложки соды на ванну с водой. И пусть купается вот в такой или принимает вот такую ванну. Второй вариант. Возьмите и пусть делает обтирание с водой, с содой. Дело в том, что любые запахи, которые возникают, это следствие деятельности бактерий. А как же или откуда берутся бактерии на теле? Бактерии берутся в случае, если есть повышенное выделение жиров. Повышенное выделение жиров приводит к тому, что появляются бактерии, и это всегда практически является следствием гипофункции щитовидной железы. Пусть начнет принимать йод, содержащие продукты, допустим, продукт моей компании, который называется Йодис, вот такой вот есть, йодиум 200, 1 таблетка 1 раз в день, и обтирается водой содовой. Также обязательно пусть сбреет волосы, потому что именно от волос в паху и под мышкой может появляться вот такой запах, и контролировать это невозможно. Поэтому мальчика купите ему бритву, и пусть он убирает.